окошечке гламур. Мур-мур-мур-мур, я киса, кис-кис-кис-киса. Я кошечке гламур. Мур-мур-мур-мур, я киса, кис-кис-кис-киса. Киса-киса-кис-кис, хочу на ручки. Я твоя киса, остальные жучки. Кошечка гламур, бантики, маникюр. И смотри на этих кур. Мур-мур-мур, я кошечке гламур. Мур-мур-мур, я киса, кис-кис-кис-киса. Белочки не уходят. Привет, брат. Запарился бег с этими посылками. Ты убегунчика хуй обгонишь. Да-да-да, с тобой. Ай, фу. Попрыскал бы хоть что ли. Ты хоть передыхаешь иногда. Воздухом. Ай, ладно, держи. Ладно, нужно посылку. Сможешь доставить? Доставить. Или возставить. На, держи. Ее нужно отправить кукому отправителю. Кому отправить? Ты меня не слушаешь. Я понял, что меня... Где посылка? Я ее уже достал. О, спасибо, братан. Это окошко. Сегодня опять будем водить. Эй, мастер, съесть меня! Это всего лишь инопланетная коробка, которую я увидела своим другом. Но его никогда. Я сама с ней разберусь. Эй! Коробка! Я с тобой. Ух ты, бойца! Кучу-то лежать! Ой, спасибо, братан! Свидимся! В Звёздных войнах! Не ста коробка! Тебя не склонил мой друг, мой клан. Но я-то тебя точно раскалю! Ай! 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 Отправить-ка. Я только не знаю. Ну что, коробка! На меня баллон играть! Звонила! Как вы взял с какой? Как и я? Ты, Димоню, как тебя открыть? Откройся! Кошка, что ты делаешь? Кошка, ты в курсе, что открывать надо коробку? Не, освидятки, я открою коробку. Открыть! Коробку! Коробку открыть! Откройте мне коробку! Ты открой ты уже коробку. Мы на тусовку шли, на девичник, на небозе, можно и пропустить. По моей старой подруге. Я тебя нашла, и не важно. Даже если хочется плохо, я оставлю просто эту песню здесь. Может, у тебя или сердца нет, или кто-то есть. Я тебя нашла, ведь ты не просто. Это моя цена. Я останусь просто рядом с тобой здесь. Даже если у тебя сердца нет, или кто-то есть. Друг? Что это за друг? Дай-ка я посмотрю. Вот он, смотри! Это Хаги! За друг Хаги! Хаги? Что-то Хаги? Острые зубы! Ну-ка, дай посмотрю. Это... Странный какой-то монстр, конечно. Какой-то... А! Ты чего? Испугалась? Боже, девочки, это напомнило... моего пьяного батю.
Господи, у меня эмоциональный шок. Простите меня, девочки. Мне слишком страшно от этой игрушки. Ничего страшного, это Хаки. Ну, за друг Хаки. Обнимаска, обнимаска Хаки. Знаете, девочки, это мы не должны лезть лишь в кошки. Пусть что хочет, то и покупает. Нет, какой хочет, а я отберу эту игрушку. Но одной мне не справиться. Сил не хватит. Приходи, девчонки. Я позвал не просто так. Буду избавиться от этой игрушки. Наконец-то ты сама решила осознать, что хочешь уничтожить эту игрушку. Тебе тоже проснет этой шутки сон, да? Он будто приснит нам. Сразу всем. Он приснется всем. Даже монашке приснился. Хотя и вообще не могут сниться. Она же не спит целыми днями. Так, девочки, за дело. Да, монашка. Не надо. Просто украдем. Возьмем. У нее игрушку, а потом вернем назад, и все. Для безопасности. Да, вперед! Мы покажем, что мы можем. Это отличная команда. Ну что, девочки, за дело. Отлично, заходите тихо, она может вас услышать. Так, осторожно, осторожно. Взять игрушку. Эй, тихо. Что, в чем дело? Она может услышать тебя. Ты об этом не подумала? Я все продумала. Она ничего не услышит. Она когда спит, вообще не просыпается ночью. Боится темноты и думает, что бабайка ее съест. Ты уверена? Да, я уверена. Сколько соседом? Мы только сосед у меня пугал ее уже этим. Ладно, я попробую. Ладно, успокойся. Господи! Что? Где? Бабайка? Нет, а в майке нет. Отдых мягкий, темно моей кровати. Фух, берем хаки и сматываемся отсюда. Ну ты берешь? Не могу. Мне хвост мешает. Сейчас. Сейчас я его... Белок, в чем дело? Господи! Он живой? Спасибо, монашка. Я твоя должница. Это было страшно. Как возможно, что эта игрушка живая? Не знаю как. Давайте уничтожим ее. Ну что ж, игрушка, ты не оставила шансов. Да, сжигай. Получай. Прости нас, мы не хотели, но ты очень злая игрушка. Глаза.
Dead fever, stress your heart over us. You are the FC Tifsidus. No, 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 Какое чувство? Что я то ли спала на полу, то ли спала на диване. Ничего, приснилось. Где моя игрушка? Мне кажется, в этом замесен Понтик. Что он тут делает? Самое время позвонить Тайне. Пип-пип-пип-пип-пип. Алло. Да, чего хотите? А ну, я хотела заказать Таню. Таню, какую Таню вы хотите узнать? Итак, какой Таню вы говорите именно? У меня. Загадочный Понтик. Понимаете, о чем я? Конечно, понимаем. Мы понимаем. Мы расследуем ваше дело. Обязательно. Спасибо. А то иду меня думала, с таким заданием меня психушку отправь. Не думайте, в таким заданием и не такое исправляли. Ну, Стас, а я пока начну. Итак, ребята, в курсе, что мы идем на улицу Манежную разведать некое убийство. Только в этом не заметен загадочный Понтик. Все поняли, что делать. Это скуп! Если мы разгубаем задание, мол, то надо то скупитенье. Ты захочешь скупитенье? Я источник, а ты? Ели столько дней и разведывай глупые преступления бутербродов. Так и не поели на в пиццерии. Уго, понимаю, конец слова. Ну, вспоминайте-ку, давайте. Ребята, я, кажется, кое-что узнала. Приходите есть. Это осметная миссия. Мы должны полностью учитывать факты. Не есть, бибивая голову всякой ерундой. Только болтать, 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 чтобы говорить так быстро, чтобы никто ничего не понял. Типа, кажется, уже умные вещи. Пойду накрашусь. Вот поняли? Нельзя а загадываться от миссии. Мы разгадаем эту тайну во что бы то ни стало. Извиняюсь, Клуб, мне кажется, что в эту жизнь мы никогда не поедем. Угу. Итак, все поняли задание. Загадайте Понтик. И сейчас. Так. Кэзги и Куби идут на приманку. Мы с Кавной и с Кэзи идем на ловушки. Да почему он постоянно на ловушки? Да, почему они не могут быть Гав найти? Нет, Кавна никуда не пойдет. Вы как приманка. Это несправедливость, Куб. Постоянно мы приманкой. Почему постоянно приманкой? Думаю, мы с тобой тупые, да? Нами кто-то пользуется. Пользуется, что мы приманили монстров. Да, это правильно. Вот именно. Да, это неправильно. 309, 305, 307. Да, Скоб, сколько можно заиздеваться? Так бы хотел бутера с собой, мы приманили его. Бутера, бутера, где, 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 где? Я скуп, где, где видел бутеры? Да, я тоже видел бутеры, ты это видел, да, это я видел, может не идут, не идут, где, что, я раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь. Раз, два, о! Кошки, ты где? Я найду тебя! Кошки! Кошки, ты меня оставил одного! Ребята, уйдите оттуда, я сама все узнаю. А здесь не ребята, почему мы не взяли с собой две руки? Они замораживали наш путь. Да какая разница, победили, что он тут, какого, кого, кого-то не было. Ага, может забить ваших мозгов? Тут с помощью рук никак не разберешься. Нафиг мы их выкинули-то? Без задания мы не пройдем никуда.
в Нордире с командой. Знаешь, что командой? Много ли вы чествовали команды когда-нибудь? Вы понимаете, что Баттермен шпуть? Ладно, молчу. О, да, ну как-то, кто бы поговорил, а? Ребята, прекратите, мама действует вместе. Конечно, много ли в детстве место, когда вы слушали меня? Вы меня никогда не слушали. Мы хотели дать его это место, вы не дали вообще-то. Да тихо, чего ссорить постоянно? Mm-hmm.